в Алтайском крае ваш коллега по цеху Михаил Евдокимов идет на выборы губернатора, выходит на второй тур. Вам не кажется, что каждый должен заниматься своим делом? Есть территории, на которые нельзя залезать. Любая партийная принадлежность, я уж не говорю, амбиции губернаторские, человек, который ничего, кроме эстрады, ну и, может быть, съемочной площадки не видел, это что же нужно про себя думать, чтобы судьбу людей совсем не самого процветающего края, чтобы поставить себя на место человека, от которого будет зависеть жизнь. Я могу только позавидовать уверенности господина Евдокимова в том, что он может осчастливить кого-нибудь.